Иногда пациенты говорят, что я ношу сумку на, плече, на одном плече, поэтому это плечо у меня выше. Давайте по-другому посмотрим. Вы носите эту сумку на плече, ну, предположим, я вот так. Конечно, у меня с этого плеча сумка будет скатываться, мне неудобно носить. А удобнее она прямо вот просится сюда. Так вот, вы сумку носите на плече действительно, потому что оно выше, а причина вот этого выше это не в сумке. Если плечо выше, это говорит о том, что мышцы, которые тянут это плечо, они не работают и плечо поднимается. Либо это плечо опущено за счет того, что мышцы, которые подтягивают вверх, не работают.